В 2020 году Кустанайский педагогический колледж Управления образования Акимата Кустанайской области был признан лучшим среди организаций технического и профессионального образования области и награжден денежным сертификатом на 34 миллиона тенге для оснащения материально-технической базы организации образования. Средства призового сертификата были направлены на оснащение 5 кабинетов биологии, физики, робототехники, интеллекшн и лингофонного. Еще 7 кабинетов были оборудованы за счет средств колледжа. Кустанайский педагогический колледж создает все условия для обучения студентов с использованием современных инновационных технологий. В прошедшем В 2020 году в 13 кабинетах колледжа было установлено современное и качественное учебное оборудование, благодаря которому изучение дисциплин стало более эффективным и интересным. Кабинет биологии оснащен современным лабораторным оборудованием, техническими средствами обучения, наглядными пособиями, объемными моделями, муляжами, наборами посуды для проведения опытов и многим другим. Занятие в данном кабинете делает процесс обучения не просто интересным, но и максимально эффективным. В кабинете физики установлено современное учебное оборудование, цифровая интерактивная лаборатория для проведения экспериментов, экранно-звуковые пособия, демонстрационные и лабораторные приборы и оборудование для опытов. Использование современного оборудования позволяет преподавателю активизировать познавательную деятельность обучающихся в течение всего занятия. В 2020 году в колледже создан кабинет начальной, военной и технологической подготовки, который оснащен наглядными учебными пособиями, таблицами, плакатами, буклетами, стендами, мультимедийным оборудованием, макетами автомата Калашникова АК-74. Данный кабинет позволяет полноценно сымитировать ситуацию по тактической и огневой подготовке. Спортивный комплекс создан для организации учебно-воспитательной, спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в колледже. Является центром спортивно-массовой работы, направленной на привитие студентам потребностей в здоровом образе жизни, внедрении здоровья сберегающих технологий. На территории колледжа имеется спортивная площадка для футбола, волейбола и баскетбола, а также беговая площадка и площадка для тренажеров. Актовый зал на 160 посадочных мест и современным LED-оборудованием. Робототехника – это новое, интенсивно развивающаяся отрасль образовательной сферы, имеющая большие перспективы в будущем. Занимаясь в кабинете робототехники с различными приборами, техническими средствами, современным оборудованием и инструментами, студенты колледжа в игровом формате смогут осваивать принципы и технологии информатики, радиотехники и электротехники, телемеханики и роботостроения. Современный лингофонный кабинет соответствует всем требованиям, предъявляемым к современным лингофонным системам, обеспечивая широкий спектр возможностей для преподавателя и обучающихся. Эта современная информационная технология повышает интерес и вовлеченность студентов в процесс обучения языкам, делая его активным участником. Диалоги, групповые обсуждения, обмен аудио-видеофайлами, тестирование, аудирование и многие другие возможности делают лингофонный кабинет просто незаменимым. Кабинеты частных методик в 2020 году оснащены новым оборудованием. Интерактивные песочницы. Интерактивная песочница необходима для подготовки современного воспитателя, психолога, логопеда. Интерактивная песочница предназначена для детей различных возрастов. Это инновационный метод песочной терапии,
который представляет собой обучающий комплекс для современного развития детей. Данный комплекс может работать как образовательный комплекс, презентационный стенд. С помощью песочницы можно изучать географию, топографию, изменения сезонов, цифры и цвета. В кабинет специальных дисциплин дошкольного отделения и в кабинет специальных дисциплин начального образования приобретены интерактивные панели с подъемным механизмом для обучения играм в детском саду и школе. Это оборудование позволяет использовать все образовательные программы на одном устройстве. Устанавливается любое программное обеспечение, занятие математикой, развитие речи, ознакомление с окружающим миром, логопедические и коррекционные занятия. В кабинет частных методик начального обучения приобретен новый современный кабинет Intellection и установлен интерактивный комплекс «Играй и развивай». Это комплекс образовательных, подвижных занятий, в которых дети управляют интерфейсом с помощью движения тела, рук и ног. Открываются новые возможности для изучения и закрепления учебного материала обучающимися специальностей начальное образование и дошкольное воспитание и обучение с использованием информационно-коммуникационных и здоровьесберегающих технологий. В кабинетах хореографии в 2020 году отремонтированы и заменены балетные станки, зеркала, приобретены современные акустические системы. Портативные колонки – это компактный девайс с интегрированной системой для усиления громкости звука и трансляции аудиофайлов с карт памяти, либо с мобильных гаджетов вроде смартфонов, планшетов, которые работают от аккумулятора. Синхронизация при помощи Wi-Fi или Bluetooth-модуля позволяет проигрывать музыку в любое время и в любом месте. С целью совершенствования учебно-воспитательного процесса с применением современных технологий в музыкальном направлении в 2020-2021 учебном году для специальности «Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество» были приобретены музыкальные инструменты, адаптеризированный дисклавер с функцией синтезатора, электронная барабанная установка, казахские народные инструменты, кылкобыс, примакобыс, чертер, домбра. Оборудован новый кабинет макетирования. Здесь студенты занимаются процессом композиционного размещения графических и текстовых элементов на формате. Конечный результат – макет. Все работы выполняются на высоком профессиональном уровне. Кабинет декоративно-прикладного мастерства оснащен интерактивным оборудованием. Имеются стеллажи для показа практических работ. В данном кабинете ведется предмет «Мастерство художественной обработки мягких и твердых материалов». В наличии инструменты для войлоковаляния, нетканного гобелена, гильоширования, резьбы по дереву, лепки на гончарном круге. Кустанайский педагогический колледж – это ведущая организация образования Кустанайской области в сфере технического и профессионального образования, отвечающая современным требованиям рынка труда, работающая над модернизацией содержания подготовки специалистов, формированием и развитием современной экосистемы цифровой трансформации колледжа.